Да, я немножко боялась, но сначала было тяжело, но потом уже все прошло, и было уже очень легко. Было более легко. Когда мы делали упражнения, после этого было легко, и мне это запомнилось. Понравилось? Да, понравилось очень. Когда мы начали уже петь, после этого уже я немножко более подружилась, или что, не понимаю. С девчонкой, да? Открылась? Да, можно так сказать. Открылись, да? Да. Ну, наверное, влюбленные люди, либо... Влюблённые? Ну, да. Которые хотят спеть для своей половинки, что-то записать? Да, да. Либо для родного... родного человека. Спасибо, Сан. Вам тоже.